Последний месяц лета в этом году стал довольно насыщенным для охотников нашего региона, так как проводились полевые испытания и 66-я Башкирская региональная выставка охотничьих собак, на которой и побывала наша съемочная группа. На данной площадке представлены лайки, гончие, норны и легавые. Данное мероприятие ассоциация проводит ежегодно. Здесь учитывается все, и рабочее качество, и экстерьер. Это внешний вид называется экстерьер, и все остальное. Тут у них даже поинтереснее, чем у людей. Там паспорт человека легче восстановить, чем, например, родословную собаки. Там и мама, и папа, и бабушка. Впрочем, по словам организаторов, сейчас на таких мероприятиях гораздо меньше участников. Но тенденция к возврату интереса и желания показать свою собаку в ринге все же наметилась. Вот последние, будем говорить, 3 года были потеряны в Республике Башкортостан. Но на сегодняшний день вот, показывают эти выставки, популярность набирает. Это, и наши ребята занимают достойные места уже на выставках и пользуются спросом. Несмотря на небольшое количество участников, представлены были практически все группы охотничьих собак, за исключением разве что норных. Зато с остальными владельцами четвероногих помощников по охоте нам удалось пообщаться, и многие с удовольствием рассказали о своих питомцах. У меня собака породы русский охотничий спаниель. Зовут Грэм, ему 3,5 года. Ну, в выставках мы уже часто участвуем, почти ни одной не пропускаем. Собака у меня подружейная она, для подачи дичи, хотя и по зайцу работает уже. Порода, ну, выбрали маленькая, добрая, в семье к детям вообще отлично относится. Как кошка такая ласковая, и рабочие качества у нее в крови. Ну, вот эти, подать, найти. Помощник. Большой плюс в этом, он и слазит, найдет подраненную дичь, принесет, поэтому сперва охота, потом с собакой уже задумался. То есть охотник, он растет к этому, начинает без собаки, потом начинает понимать, что ему нужна все-таки собака. Однако спаниели используются не только для охоты. При обеспечении должной физической нагрузки они вполне могут жить в квартире и быть просто домашними любимцами. Однако охотники все же стараются сохранить эту породу и использовать ее и в поле. Может, как собака-компаньон, да. Очень много собак спаниели, что, конечно, обидно. Уходят, как говорят, на диван. Очень мало кто занимается сейчас, ну, популярны другие породы стали. Русские охотчики спаниели, очень мало стало рабочих, что, ну, очень, очень плохо это сказывается на породе. С помета порой, ну, хороших рабочих собак родители уходят много на диван. Если один уйдет к охотнику, это уже большой плюс. Как показала выставка, спаниели все еще уходят к охотникам и радуют их своей универсальностью и семейностью. Во-первых, благоприятные условия содержания в квартире. Второе, очень ласков с детьми, которых у меня 2. То есть очень хороший близкий друг семьи. Ну, во-вторых, хороший работник охоты. У меня это не первая собака, у меня была русская лайка, русско-европейская. Ну, в связи с заменой жилья пришлось выбрать вот эту породу. Ну, полностью устраивать, скажем так. Впрочем, новая порода нисколько не разочаровала охотника. Ну, собака – это друг человека, во-первых, да? Она помогает тебе во всем. Хороший поиск облегчает, ну, охоту во всем. В поиске, в подаче дичи из воды. Это действительно огромный, замечательный помощник в охоте. И, конечно же, спаниель станет не только помощником охотнику, но и другом для всей семьи. Я бы сказал, даже универсальная собака, она подходит и как домашняя собака, и собака-компаньон, и собака для детей. Замечательная порода. Во всех направлениях она для меня полностью подходит. Для квартиры это, наверное, самая подходящая, самая лучшая собака. Так
Также на выставке охотничьих собак были широко представлены легавые. Например, дратхары – немецкие собаки, которые отлично подошли для русской охоты. Стрелял много дичи, и дичь не мог найти. Мне нужна была собака, которая способна была портировать. Вот. Я обратился к источникам, интернет, различную литературу, и предложили мне курсхар, мне понравился курсхар. Вот. Но, пообщавшись с кинологом ассоциации, меня переориентировали на дратхара. Предложили поехать посмотреть, как раз осталась одна сука в помете. Вот мы приехали просто посмотреть собаку, а уехали обратно с собакой уже. И с тех пор, вот на протяжении 6 лет, со мной рядом верный друг, соратник Афина Дратхар. Благодаря собаке я сам научился многому в охоте, потому что ее чутье несопоставимо с моим чутьем, так скажем. И благодаря этому можно понимать, где только что прошел зверь, теплый след. Благодаря вот этим нюансам, наблюдая за собакой, ты больше понимаешь, как себя ведет зверь в дикой природе. И охота с собакой, она в разы удачливее, получается, добычливее, чем просто без собаки. Потому что собака, если я выхожу в поле с Афиной, и в поле есть птица, то собака ее обязательно найдет, поднимет, поставит на крыло, и мы вернемся домой с трофеями. Не каждый охотник, который без собаки выходит в поле, может вернуться домой с дичью. У меня практически 90% случаев выездов успешные. Дратхар – довольно крупная порода, поэтому заводить ее как квартирную собаку, да еще и без выезда на охоту, мало кто решится. Вот и опытные владельцы категорически против этого. Как куратор секции легавых, я все-таки настаиваю на том, что дратхар – это в первую очередь собака для охоты. Да, безусловно, можно ее использовать как компаньоны, это подвижные, активные собаки. Они очень привязаны к хозяину, контактные, к детям. У меня 2 детей постоянно в играх, в каких-то развлечениях. Вот. Но когда есть хорошие крови и понимаешь, что эти крови зря пропадают, ну, это как, не знаю, купить легковой автомобиль и ездить на нем по грязи. Вот. То есть вот примерно такой подход. Да? Получается, что собака охотничья, а ее используют для того, чтобы просто радовать на диване. Ну, мне кажется, это неправильно. Еще один представитель легавых немецкого происхождения на этой выставке был веймаранер. Таких собак встретишь нечасто, ведь порода вообще является довольно редкой. Мою собаку зовут Вольф. Ну, по паспорту у нас, разумеется, другое имя. Возраст ему сейчас 2 года. То есть эта собака в самом расцвете сил. Это охотничья порода веймерская легавая. То есть выводилась в Германии для охоты на боровую дичь. Но дальше, когда немцы перестарались и охотничьи угодья немного оскудели, то есть собака стала больше ориентирована на охоту на полевую и болотную дичь. То есть, ну, конечно, когда мы заводили эту собаку, да, мы думали о том, что, да, это прекрасный компаньон, хороший друг, очень надежный. Не охранная собака, это скорее собака-друг, и тем не менее, ну, она проявляет охранные качества, но у нее нету такой злобности к людям, то есть очень позитивный такой надежный товарищ, вот. Значит, но чем больше мы узнавали эту породу, чем больше мы интересовались, выяснилось следующее, что нам крайне необходима охота, именно поэтому наше присутствие, вот, было на данной выставке. Кстати, могу похвастаться и можете разделить со мной радость. Нам эксперт поставил высшую оценку, отлично. Это очень большая гордость. Эксперт был строгий. Сейчас мы занимаемся натаской. То есть собака уже готовится к тому, чтобы выходить в поле, чтобы показывать результаты на испытаниях. Конечно, нам еще есть над чем работать. И я думаю, что здесь совершенства нет предела. Тем более, что предки конкретно данной собаки Вольфа, они добивались очень высоких результатов в охоте и высочайших результатов. Довольно многих веймаранер с первого взгляда покоряет своим серебристо-серым цветом шерсти и янтарными глазами. Кроме того, их считают голубой кровью собачьего мира за высокий уровень интеллекта, отличную память и способность принимать самостоятельные решения. Однако заводить эту умную и красивую собаку как элемент декора будет в корне неправильно. Как диванную собаку заводить не стоит, потому что огромное количество времени мы проводим на открытом воздухе, постоянно на занятиях, в играх и в тренировках. То есть собака нуждается в постоянном умственном развитии. И плюс еще при хорошем чутье, то есть вот работе в поле.
Конечно же, мы очень любим эту породу и стараемся по максимуму дать ей того, чего она заслуживает и для чего она была выведена. Для собаки нюх – это огромная мыслительная деятельность. То есть, когда собака идет по следу, она практически никого не слышит. Она должна быть, слышать только хозяина и след. Все. Есть свои особенности. Из нее никогда нельзя будет сделать сторожевую собаку. И в то же время, делая из нее игрушку, получается, вы как бы обедняете жизнь животного. Ну и, в общем-то, вот желание сделать его жизнь радостной, полноценной, настоящей, мы вот так вот влились в общество охотников. И думаю, что и мы счастливы, и собака счастлива. Кстати, в современном мире охота – это не просто досуг горожан, а возможность оказаться в совершенно другом измерении, далеком от суеты, забот и городского шума. Лучше, чем Пришвин в своих рассказах, я думаю, что мало кто мог описать. Там Пришвин, Аксаков, может быть, Тургенев. То есть охота с собакой – это такое единение с природой. Во-первых, нужно встать очень-преочень рано, уже не в 5, может быть, даже в 4 утра. То есть пойти, ты следишь, ты смотришь. То есть это не такая жесткая охота, когда там человек с ружьем стоит против зверя. Здесь просто выслеживает. Если собака нашла кого-то, то да. Если нет, то нет. Это более честная, наверное, интеллектуальная охота, которая требует гораздо больше вложений, нежели охота на снегоходах, снегокатах, более, скажем так, серьезным оружием, да. Вот. А здесь все-таки ты один на один с лесом, да, и только твоя собака может тебе помочь либо найти, либо не найти, да, какую-то птичку. Всегда в России именно охота с легавыми собаками считалась такой элитной охотой, потому что она требовала большое количество времени. То есть здесь нужно очень и очень много времени для того, чтобы воспитать одну собаку и для того, чтобы ее научить. То есть требуется огромное количество умений и специфических знаний, которые даже, казалось бы, при всей доступности обширной достаточной информации, все равно есть какие-то сугубо такие вещи, которые относятся вот только к конкретному виду, да, деятельности вот собакой. То есть к чему-то другому, допустим, сложно отнести. Охотники знают, о чем я говорю, потому что даже вот какие-то небольшие секреты нам, когда раскрывают, да, кажется, вроде бы элементарно, а самим до этого дойти очень сложно. Поэтому если кто-то хочет завести собаку такой породы, то непосредственно, конечно же, нужно взаимодействовать не только с клубом, да, РКФ, да, в котором мы состоим, таким образом, то, что собака породная, а помимо этого, конечно же, и с обществом охотников, потому что здесь собака раскрывается в полную силу и в полную мощь своих природных данных. Следующая группа охотничьих собак, которые были представлены на региональной выставке, это гончие. Их используют для загона дичи к охотнику. Поскольку породы этой группы появились очень давно, то считается, что их использовали еще до появления огнестрельного оружия. Впрочем, и сейчас они не теряют своей актуальности и пользуются большим уважением и любовью среди охотников. Охотничья собака русская гончая. Выжловка, 9 лет, по кличке Зара. Более узкоспециализированные собаки, которые работают по зайцу беляку, по русаку, по лисе хорошо работают они. Могут работать и по другим, по рысь. Рысь могут остановить тоже. Кстати, свой выбор именно на русской гончей охотник остановил не случайно. Я тоже думал, бегаю русскую или эстонскую. Эстонские гончие редкие для разведения и в глубоком снеже плохо работают, не могут идти. И прочитал много литературы, и в этих состязаниях и испытаниях русские гончие преобладают, больше зарабатывают дипломы, становятся победителями. Вот такая тенденция я вот заметил и выбрал русских гончих. Именно русских, не бегих. А еще, по словам охотника, выезд в поле с собакой – это настоящая красота, которая не оставит никого равнодушным. Охотник без собаки, что птица без крыльев. Это эстетично. Вот этих русских гончих осенью особенно послушать гон по зайцу, это завораживает человека. Все, и старый, и млад, но, к сожалению, молодых людей, гончатников мало, привлекать надо.
А вот использовать гончих не в охотничьих целях владелец Зары категорически не советует. У него не охотничьи, этим сказано, они должны охотиться. Не для охраны, ни в коем случае. Не пастушить, мы деревенские, это только охотничья собака. Все. В условиях не только городских, деревенских собак надо воспитать вежливости, чтобы скотину не трогали, птиц не трогали. С молодых лет, если воспитать, они очень послушные, даже гончие. Очень хорошие они собаки. Еще одна разновидность гончих – это русские пеги. Кстати, поклонники русской и русской пегой гончей на протяжении многих лет не устают спорить о преимуществах той или иной породы. Однако этот спор разрешила сама жизнь, ведь обе породы разводятся в совершенно одинаковых условиях для одной и той же охоты. Естественно, что в собаках обеих пород из поколения в поколение культивировались одни и те же качества. Поэтому в наше время по своим внутренним свойствам и полевым достоинствам русская гончая и русская пегая гончая практически не отличаются друг от друга. Впрочем, у охотников на этот счет по-прежнему свое мнение. Наши собаки, русские пеги и гончие, Гром, русская пега и гончая, 2 года, и Утешка, чемпион породы русской пега и гончая. То есть русская и русская пега и гончая – две равнозначные породы. То есть, ну, я отдаю предпочтение своим русским пегим гончим своим. То есть я и держал и русских гончих, и пегих гончих. И, ну, то есть предпочтение отдал все равно русским пегим гончим. Что русские пеги гончи, равнозначно. Ну, пегаши, может, чуть-чуть посильнее. То есть, и, ну, есть и голоса посильнее у них. То есть голос для гончи – это очень много значит. Кстати, любовь к гончим у Александра появилась благодаря случайному подарку, полученному еще в детстве. Когда-то охотились просто так. То есть, когда-то там один дядечка, то есть старичок, который был старый гончатик, дал мне первого гончего, но русского гончего дал мне. Чуть-чуть меня он заманил, и с этого все началось. То есть, а потом я начал ездить покупать. Всю Россию объехали, короче, там взяли, здесь взяли. То есть вот, допустим, Гром – это с Москвы. И с тех самых пор охотник не представляет своей жизни без собак. Ну, собака очень интересно охотится. То есть, это какое, когда собака дает голос, она просто поет. А если поет, значит, ее интересно просто слушать. То есть, неважно, добыл ли ты зверя, не добыл, но самый интерес в том, что дала собака голос, она гоняет, и мы ее слушаем просто. А добыча зверя не совсем очень интересная. То есть, ну, возьмем, не возьмем, никому, ну, я не знаю, кому-то может, но нам не очень интересно. Русская пега, под 2 года, средняя возрастная группа, кличка Говор. Всю жизнь держал русских, вот решил попробовать русских пеги. Помощнее, покрасивее, голос получше. Ну вот и за это привез с Ярославля 2 щенков, вожловку и вожлеца. Вот сейчас на ринге посмотрим, кто как, что будет. Есть диплом, голос 8-3 расценка. Любовь к собакам, по словам Валерия, в их семье передается из поколения в поколение. И с годами становится только сильнее. Отец держал собак, я держу, вон у меня внук сидит, тоже будет держать, я думаю, потому что родился уже с собаками в голове и с оружием в руках. Поэтому это уже, наверное, передается генами, так что из поколения в поколение передается все это. Да и охотиться с верным помощником всегда проще. Да, охоту без собак вообще не представляю, как это можно выйти в лес без собаки и что-то там добыть, это вообще нереально, я так считаю. Ну, потому что в лесу работает собака, а охотник только ей помогает, вот и все. Как говорится, это без собаки в лесу делать нечего, я считаю это. Как мы уже говорили, среди участников выставки были представлены практически все группы охотничьих собак. Однако общее количество участников, а их было менее сотни, несколько расстроило экспертов. Ведь бывалым охотникам всегда хочется видеть, что их дело продолжает развиваться. Порядок организации сам неплохой, неплохой. Но вся беда в том, что
собак охотничьих в целом, я смотрю по выставке, в целом очень мало количества собак представлено. А этих гончих собак совсем немного, понимаете? Это мы приехали все-таки из далекой, из Перми, и надеялись здесь увидеть какой-то букет цветов. Пегих гончих, этих русских гончих, но такого не получилось. Я страшно огорчен этим. И повод для расстройства эксперта – это не столько количество участников выставки, сколько в целом тенденция к уменьшению поголовья охотничьих собак и охотников, которые ценят ее красоту. Если вы услышали бы хорошие, красивые голоса, допустим, пусть даже смычок, две гончих собаки, пусть это может быть, если две выжовки, два выжреца, то это пара. А если разнополые, то это смычок. Если они подобраны по ногам, правильно, по чутью и, значит, голосами, то, конечно, лучше музыки не надо. Лучший голос, чем выделяются гончие собаки, это только голосами. У них самые незабвенные, красивые музыкальные голоса. Когда смычок поет, и октябрь месяц, лист опал с деревьев, трава пожухла, эхо несет такое завораживающее, понимаете? Хочется прослезиться, увидев, услышав этот гон. А потом через час-два, перевидев этого зверя, и его добыть, и тут же подскакивают через 20-30 секунд эти гончие, паратые, в смычке сработанные. Вот это прелесть. Лучшего ничего не нахожу.